знаешь, победоносностью, да, какой-то. Вот не стоишь, не трясешься за нее, там это полотенце не жмешь, как это раньше было. А вот просто спокойно очень и уверенно. Это же... Ну, это редко встретишь. Я сама помню, как вот выходила, за меня тренер просто там трясся так вот. Кому-то я не знаю. Я как раз и хотел поговорить о некой внешней отстраненности Евгении Канаевой с тобой, но уже после, потому что сейчас выступает болгарская гимнастка Сильвия Митева. И это интересно. Что интересно, через полтора минуты. Это не интересно, к сожалению. Натш. Еще одна завязавшаяся скакалка. Два таких случая в одном финале. А все нервы. Нагрузка большая психологическая. Как там персонаж говорил? Все болезни от нервов? Ну, это новые лица. И на них, естественно, сейчас особое внимание. Все же присматриваются, чего от них ждать там через полгода, через год. Будут ли они основными соперниками или нет. Дело в том, что сборная Болгарии приехала на этот чемпионат мира совершенно новым составом. Перечислю. Сильвия Митева, только что закончившая выступление со скакалкой. Моника Минчева, Филиппа Симеонова. Если кто-то знает хоть что-нибудь об этих гимнастках, значит, он, в принципе, очень много знает о художественной гимнастике. С одной стороны, это удивительно. А с другой, ну, когда-то же в Болгарии должны были попытаться восстановить то, что называется былой славой. Да? Но... Может быть, это и есть та попытка? Симона Печева очень высоко подняла художественную гимнастику в Болгарии. Точнее, она напомнила о ней. Но да, нет... мы все помним ее победы красивые. И пока я не вижу вот такой вот звездочки, которой когда-то ворвалась Симона на... вообще в художественную гимнастику. Они заговорили сразу все. И она попала сразу в тройку. Поэтому вот в данный момент будем ждать еще этих двух гимнасток. Посмотрим. Ты знаешь, боюсь тебя огорчить. Сегодня не дождешься. Потому что и в другом нынешнем финале выступает опять-таки Сильвия Митева, а две другие болгарские...